на картине, которую мы начали с красной лилией, делаем эффект глинобитной стены. Белила, лак домарный, большая кисточка. Только по периметру вокруг, вокруг рисунка, который будет расположен здесь, посредине. Делаем вот такие мазки в разные стороны. Смотрите, вот так. Раз, 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 раз. Белилка и вот такие мазочки. Немножко лачком разбавьте. Вот видите, немножко охры попало. Ну, ничего, хорошо. Мы потом сверху посмотрите, что сделаем. И у нас будет другой фактуры. Лист будет с рисунком Владимира одной фактуры, а белила дадут фактуру стены. Знаете, такой вот глинобит, как у Клода Моне в его поместье Жаверни.